Здравствуйте, дорогие овощеводы! Приветствую вас, я Лидия Бондарева и мой канал «Калейдоскоп овощевода». Сегодня мы рассмотрим с вами очередной вариант посева помидор. Вот эти помидоры мы сеяли примерно неделю назад, где-то 6 дней. Мы его поставили возле батареи, я поставила возле батареи, и вот теперь... Когда уже настало время вам показать, я потом сразу моментально, через 4 дня попетлились эти помидоры у нас. Я их моментально поставила на подоконник. И сейчас мы посмотрим результат нашего моего посева. Нашего с вами, можно сказать. Я думаю, что вы, мои дорогие овощеводы и огородники, поддерживаете меня и заинтересуетесь моей программой, которая принесет вам удачу и успех. Сейчас мы посмотрим, как взошли наши помидоры, и будем следить за в дальнейшем, за их состоянием. Если что-то будет не так, мы будем подкармливать, подливать. Сейчас мы польем их. Вот. Польем обыкновенной водой комнатной температуры. Зашли эти помидоры по температуре где-то возле батареи, но температура была где-то 26-27 градусов, а на подоконнике 24 градуса. Я просматриваю хорошо. Вот, присмотритесь и вы, посмотрите. Вот петелечки, конечно, они сошли не совсем, можно сказать, дружно. Ну, посходили. Они дотянутся, подтянутся те и будут равномерные. Потому что эти помидоры сеяны, но не гибриды, а мои собранные помидоры, отобранные. И там может быть разный срок схода. Но они догонят. По ходу выращивания помидор мы будем смотреть, если они будут тянуться, мы их подсыпем. Им пока достаточно для того, чтобы помидор не жировал, ему достаточно вот этого вот грунта и до того момента, пока уже будет показываться настоящий листочек. Когда появится настоящий листочек, я вам буду показывать, мы будем отрывать семенные листочки, вот где бурьян, где вот такой сорняк. Вы его должны будете вырвать, и чтобы помидор все работало на помидор. Некоторые, да пусть стоит в бурьяне. Я сохранила, в бурьяне был хороший помидор. Не слушайте этих советов, потому что все должно работать на помидор. Во-первых, все сорняки, все тянет из земли так же, как и помидоры. И наоборот, даже мешает, может быть, своими какими-то заразными болезнями повреждать помидор. Надо, чтобы площадь была чистая. Когда будет уже время пикировать помидоры, я вам расскажу, как делать это, какие будут рекомендации и какие ингредиенты нужно для того, чтобы помидоры не падали. Но прежде всего, для того, чтобы помидор не падал, для того, чтобы он не заражался болезнями черной ножки, нужно много света. Я свет не включаю искусственный, никакой роли он в выращивании рассады не играет в данный момент наших на подоконниках. Есть и стационарные теплицы, конечно, там искусственный свет, там хорошее водоснабжение, теплоизоляция, там работают кондиционеры для просушки. Нужно обязательно при выращивании рассады проветривать помещение. У меня вот эта комната, я в ней выращиваю рассаду и специально... Я здесь ничего не делаю, кроме выращивания рассады, и то это не жилое помещение. Ну, можно выращивать и в жилых помещениях, когда небольшое количество рассады. Я выращиваю большое. На этом сегодня моя передача по выращиванию рассады помидор на этом этапе заканчивается. Я вам показала результат. Результат у нас получился неплохой. Желаю вам удачи. Подписывайтесь на мой канал и спасибо за внимание. С вами была я, Лидия Бондарева, и мой канал «Калейдоскоп овощевода».